Всем привет! WordWow в программе нашел возможность посмотреть, какой блок управления стоит на автомобиле. Ну, работает это не на всех моделях и марках. Ну, только на некоторых, на которых пробовал. Вот, к примеру, на фокусе. 1 года. Двигателем 1.6. Выходим технические данные, тестовое значение, техническую информацию. Здесь можно найти, что стоит Siemens EMS 2204. Также там, к примеру, по BMW можно посмотреть. Например, пятерка. Стоит MS V70. Вот. Если брать ВАЗы, то там вообще информации такой нету. То есть технические данные отсутствуют, просто диагностику нужно делать. Там, например, на Шевролетах тоже смотрели, тоже такой информации, к сожалению, нет. Ну, а берет. Тоже информация отсутствует. Поэтому, если кому-то интересно и будет полезно, пользуйтесь. Это Серега. Это Василий. Бош. Всем новым. Сегодня мы покажем, как их сайт. Соединяем, разберем. 9.1. Да? Идем его